Коллеги, часто говорят, что когда есть конкуренция, от этого часто выигрывает именно конечный пользователь. И здорово, что в 21 веке есть компании, занимающиеся клеточным мясом, и здорово, что их уже несколько в нашей стране. Здравствуйте, давайте знакомиться. Здравствуйте, меня зовут Мария, я представляю стартап ArtMeat, мы из Казани. Расскажите, пожалуйста, клеточное мясо. Получается, вот нужна технология, хочется узнать, как это происходит, как это мы вот получим. Мы забираем стволовые клетки у животного, при этом животное не страдает, клетки забираются под анестезией. Затем эти клетки наращиваются в биореакторе, это такой резервуар, в котором клетки зреют, выживают, делятся и созревают. После чего мы выгружаем этот фарш и упаковываем его в какой-то удобный, для привычный для всех продукт, фрикадельки или котлеты, или что-то такое. Я ждал, вот честно могу сказать, ждал такого продукта уже очень давно, потому что это настоящее мясо, это не искусственный аналог, это не растительный аналог, это прям настоящее мясо, при этом при всем не страдает никакое животное, это просто все зайцы убиты тут же. Кстати, вы сказали, что у нас сейчас есть мясо кого? Сейчас мы работаем с лошадью, но в ближайшее время мы запустим работу клетки кролика. Мы убьем кролика, не убив кролика. Так и есть. Спасибо вам за вашу работу. Расскажите, как происходит, в принципе, развитие в России такого вида мяса? Сложно ли или все-таки у нас светлое будущее? Будущее светлое, но пока что действительно сложно, потому что не хватает на сегодняшний момент инвестиций. Вот мы их активно ищем. Тем не менее, мы активно работаем и сотрудничаем с коллегами по всей России. Я думаю, то, что в ближайшие годы мы сможем порадовать наших зрителей и потребителей. Спасибо большое. Я буду очень ждать, вот лично я буду сильно ждать ваших успехов. Спасибо вам большое. Спасибо вам.